сегодняшней аудиостатье вы узнаете, как пересадить цикламен после покупки. Цикламен – притягательное домашнее растение. Обладатели данного цветка – настоящие счастливчики, потому что могут созерцать красоту цветения цикламена. Как только вы приобретаете цикламен, нужно задуматься о пересадке сразу после покупки. Это необходимо для того, чтобы растение адаптировалось к вашим домашним условиям, а также чтобы предотвратить или даже устранить возможные последствия долгой магазинной жизни. Цикламен ни в коем случае нельзя пересаживать в цветущем состоянии. Это необходимо делать только в период покоя растения. Как вы можете понять, в магазине мы не часто покупаем лишилковицу в земле, поэтому в домашних условиях вам следует дождаться, пока растение пройдет период цветения и полностью сбросить свои соцветия, а вот уже затем приступать непосредственно к самому процессу пересадки. Сразу за периодом цветения наступает период покоя, после которого вам необходимо начать подготовку, чтобы не прогадать этот тонкий момент до начала активной вегетации, когда растение будет вновь расцветать. Новый горшок для цикламена должен быть не слишком просторным. Растение предпочитает более тесные варианты вазонов, да и развивается он у них лучше. Ориентируйтесь на примерное расстояние от луковицы до стенок горшка, которое должно быть не больше 3 см. Это и будет основой самого оптимального выбора объема горшка, на который следует обращать внимание. После того, как вы определитесь с горшком, выложите на его дно слой дренажного элемента. Можно использовать керамзит. Затем можно высыпать почвенную смесь. Для посадки цикламена подойдет любая почвенная смесь для тюльпанных растений, которую предварительно нужно прогреть на сковородке или пропарить. После того, как на дренажный слой вы выстелите небольшой слой почвы, можно переносить саму луковицу вместе с земляным комом, который образовался вокруг нее. Наиболее сухие безжизненные участки земли нужно очистить, поместить луковицу в почву и добавить почвенной смеси, заполняя пространство горшка вокруг луковицы. Луковица должна находиться в почве всего на 2/3, а остальная часть оставаться неприкрытой на поверхности. Грунт вокруг нее необходимо хорошенько утрамбовать, затем полить по краям горшка. Удобрять цикламен сразу же необходимости нет. Это только можно сделать через месяц после пересадки растения. В дальнейшем цикламен пересаживают около 1 раза в 2 года, ориентируясь на то, насколько тесным стал горшок для растения и как чувствует себя луковица в нем. Для совсем молодого растения, которому нет еще 2 лет, идеально подойдет горшок, диаметр которого около 7-9 см. Для более старших представителей, которым уже 3-4 года, горшок нужен немного побольше, примерно 14-16 см в диаметре, чтобы луковица такого цикламена чувствовала себя хорошо. При правильном и уравновешенном уходе цикламен будет радовать вас цветением и отсутствием значительных проблем с его здоровьем.